Всем привет, с вами Комаров Виталий, и у меня очередная посылочка с Китая. Один у меня спросил, а за каким хреном ты все это дело выкладываешь, получаешь и выкладываешь? Ребят, в первую очередь я снимаю это для самого Алиэкспресс. Кошаки бесят, кошмар. То есть, если что-то некачественное приходит, легче потом все это дело оспорить и получить средства обратно или товар взамен. Вот поэтому я и снимаю. А видео куда-то девать надо, вот и получается такой вот обзор. Так что не обессудьте. Смотрим, чего нам тут прислали. Ага, ножик как раз у меня затупил. Здорово. Вот, ножик китайский, кстати. И он работать перестал. Обалдеть. О, заработал. Так что открываем, смотрим, что у нас здесь за фигня такая. Так, объединены две посылочки в одну. Так, ну это регистры, а это у нас у меня супруга заказала. Вот тут мой адрес, вот тут все это. Пожалуйста, на. Ничего я не скрываю, никого не боюсь. Так вот. Что же у нас такое пришло? Ага. Больше здесь нет ничего. Так, это колготки. Обошлись в 1000 с чем-то, не помню. Ссылочка будет в описании. Вот он, размер указанный. Это моя супруга заказала колготки себе. Они, короче, носятся при болезни вен на ногах. Так что комментарий на них супруга моя, надеюсь, оставит. Вот такие вот, уж распечатывать я их не буду. Вот такие вот они. XXL. Короче, жена в комментариях отпишется, я его закреплю, этот комментарий. Вот именно по этим колготкам. Мне их не носить пока. Так что товар вот такой. Так. А это у нас резисторы. Переменные резисторы, потенциометры. Что там, переменное сопротивление. Здесь они двух величин. На 2 ватта они. Этот 1 килоом. А этот у нас 2 ватта и 10 килоом. Сейчас мы их проверим. Вот она сама эта посылочка. Так, вот у нас мультиметр. И тот, который у нас 1 килоом. Это сколько у нас он? 1 килоом. Посмотрим, как они что покажут. Соответствуют они своим параметрам, нет? Я таких 2 заказал уже. Это самое на 100 килоом. А эти у меня теперь на 1 килоом и 10 килоом. Потом мы куда-нибудь их воткнем. Смотрим. Так, прямое. 1 килоом. Неудобно, конечно. Он 10-оборотный. Какой-то здесь должен показывать 1 килоом. Но этого какого-то, вот, наверное, есть. Это среднее клеймо. И да, среднее клеймо. А крайнее это уже он меняется. Так, сейчас я его до конца докрутил. Смотрим, сколько в нем. Вот практически 0. И накручиваем обратно 10 оборотов. Я не считаю, считайте сами. Шуршит вроде нормально. Да, 1 килоом. Или я что-то не пойму. Ну-ка. О. От 0 и до 1 килоома.
Так, это на 1 кВт. Сейчас на 10 кВт посмотрим, что у нас там он из себя представляет. Работает, не работает. Сейчас уже поздно. Кстати, бегают, носятся, как угорелые. Так, 20 кВт поставим. Так, напрямую у нас так должно быть. Да, 10 кВт. И здесь у нас на середнячке, по идее. Так, ну что ж, докрутим до конца. Вот мы докрутили до конца. Смотрим, что тут. 10 кВт. И здесь 10 кВт. А теперь еще покрутим. Ну, в сущности, они рабочие. Вот неудобно мне, как говорится, крутить и это самое. Смотреть. Нужно куда-то его. Ну, а в сущности он рабочий. Докручиваем в другую сторону до конца. 10 оборотов, считайте, обороты. Вот. По нулям чуть-чуть тынк. Ну вот они, резистор рабочий. На 2 ватта. К Алиэкспрессу вопросов нет. Ну, остается, значит, что у меня супруга скажет вот по этим колготкам. Это не чулки. Как жена говорила, чулки не так удобны. Колготки, говорит, удобней. Закажи мне. И вот я их заказал. Ну, ждите комментарии. На все эти товары ссылочки будут в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Я не только снимаю распаковки. Я еще занимаюсь своей мастерской. Чего-нибудь бывает снимаю. Также что-нибудь и власть покритиковать любим. Так что подписывайтесь на канал. Я вас всех, как говорится, приветствую. Спасибо. До свидания. До новых встреч.